А Ташка-то еще не знает, что я приехал. Вот. Еду кормить Барбосинку. Я уже заколебался сидеть дома. Душа болит. Горло болит. Руки болят, потому что зуд страшенный что-нибудь сделать. Так, что? Ну, конечно, я сегодня сюда не полезу. Там вода. Да и тайфун вокруг меня. Сами видите, вон погода какая. Ну ничего, у меня есть накидка от дождя. Если придется ехать домой, то у меня есть что на себя накинуть. Ну ладно, пойду посмотрю. Он уже стоит, уже выглядывает. Ага. Ну ладно, приду. Ветер, ветер, ты могуч. Не вылазил бы из туч. Блин. Ветер, да? Так, что тут с моим любимым компостиком? Вроде как все нормально. Ребята подкидывали. Все сделали правильно. Молодцы. Это не то, что инспекция, это просто констатация факта. Ну, пойдем посмотрим. Тюмое хорошее сидит. Вот оно, мое любимое чудо. Вот оно. Ты мое солнышко. Нось глянь. Ах ты, моя красотка. Ну ладно, ладно, сейчас. Все, ой, тихо, Ташуля. Все. Ну ладно, все, все. Ай. Ну все, Ташка. Ах ты, моя хорошая. Ты моя золотая девочка. Ну пойдем, пойдем. Ты моя хорошая. Ну пойдем в дом, пойдем. Ты оставляй штаны на улице сушиться. А дело там целый муравейник, ёшкин кот. Аж Ташка испугалась, как я тут орал. Блин. Да, Ташуля? Вот, смотри, глаз косит. Мы тут с Ташуней решили, пока нет ветра и дождя, пока. Мы решили тут покрасить некоторые элементы там снаружи. Вот. Это у меня краска Maple. Maple, не знаю. Apple, Maple. Вот. Вот такой вот гадостью я разбавлял. Тинер. Майон. Майон — это вулкан такой. Вот он. Плюется паразит. Камнями, грязью. Да, у нас тут такой тоже есть. Там подальше. Канлаон называется. Ну ладно, пойду работать. Такой обезбашенной помощницей лучше краску спрятать подальше. Да. А то она быстренько у меня тут чего-нибудь наворокосит. Такая. Вот, это я уже остатки тут домазывал. Можете меня ругать. Что я неправильно крашу, что у меня руки растут. Откуда? Да ладно, ладно, я знаю, как они растут. Вам просто не видно отсюда. Оттуда. Ну, вот такая вот работа. Не бей лежащего. Да. То есть я сегодня как бы по монтажу. Где посижу, где послежу. Потому что силов моих нету. Силы мои пропали в борьбе с вирусами. Так вот сейчас буду восстанавливаться. Посредством трудотерапии, по-другому никак. Потому что сидеть дома, читать новости, знаете, как-то страшно. Когда ты сидишь и нифига сделать не можешь. Потому что у тебя то сопли, то кашель, то чих. Ай. Да, а новости что? Новости они были, есть и будут. Есть. Будут есть твое сознание, мозг, твое время. Лучше не смотреть ничего. Вот я и не смотрю, я лучше работать буду. Тихо, спокойно. Никому не мешаю. Никого не раздражаю. Хотя я такой человек, я чувствую, что я кому-то раздражение прям приношу. В первую очередь самому себе. Потому что разговариваю в нос. Зато французский учить легко будет. Буду говорить с таким легким прононсом. Да. Ну, прононс — это
Ты так говоришь, в нос, а это, оказывается, просто произношение. Да, английское слово есть такое, можете посмотреть. Вот это. Ну что, буду работать, что вам это? Интересно, что ли, как мазюкаю, да? Можно было, конечно, валиком, но, как правило, краску надо втирать, а не размазывать. Поэтому я не люблю акриловые краски, они мне напоминают мои сопли. Такие же зеленые и противные. Ой, кошмар. Вы смотрите, что эта засранка мне сделала, а? Разворотила все крыльцо. Девочка. Ядрен батон. Ладно, все. Я растекаюсь краской по бревну. Самый лучший вид помощи — не мешать. Умничка. Умничка. Люблю тебя, говнюшка маленькая. Ну вот, выгнал меня дождик. Но я кое-что успел, конечно, сделать. Больше полбанки краски выметал на столбике там, на досочке. Сейчас, наверное, намешаю очередную порцию серой краски, да буду продолжать тут музюкать. Все равно там уже как-то некомфортно на улице. Ну вот, до дождичка-то я что успел сделать. Вот, покрасил тут на один раз. Надо подождать, когда высохнет. Стоечки тут слегонца. Раскосик вон. Ташке носик накрасил глиной. И какая коза. Ну вот, потихоньку работа движется. Сейчас внутри вы, как бы это сказать. Короче, я пытаюсь вычурно все это выкрасить. Ну, сами видите. Все это еще очень долго. Ну ничего. Даже барбоска устала. Ну ничего, да нормально. Придется мне тебя огорчить. Посадить на цепку. Да? Я уже заколебался, домой хочу. Тем более, что я вообще сегодня не ел. Только воду пил. Ну, и не хотелось есть, честно говоря. Вот. Пыть красил, Валёха. Вот. Нормально. Потянет. Для сельской местности. Ташунька. Пробасуля. Всем привет. Мамаечка сегодня не с нами. Мамаечка уехала в город. Сегодня у племяшки день рождения. Вот, а я решил с батей остаться. Немножко поработать на участке. Ну и видео поснимать. Какое немножко будешь служить у меня, как по пока. Ну вот там, продолжать буду, да. Погода сегодня вроде как позволяет. Кокосы, камни. Покажи арбузик. А, точно. Огуречек. Огуречек. Арбузики вон у нас растут. Арбузики-то я вижу, да. Вон, один, вон, второй. Да, вот, вижу огурцы уже. Давай, заходи, покажи, ребята. Так, ну вот самый крупный. Вот он. Так, где второй? Валяется, да, там, да? А, вот, вижу. Вот он. Ну так вот. Что-то тыква у меня чахнет, надо ее подкормить все-таки. А я буду копать. Ташка. Ты с ней не играй, просто отцепи и пускай она бегает.
Она сейчас все снесет здесь. Начинается все. Ага. О, мамаечка обрадуется. Чего? Вот этого, что здесь делает? Ну, не знаю. Да, она порвала ее. Уже. Ветром снесло. Понятно. Батя наводит красоту. Дальше. На. Нормально, что в такой случае? Нормально. Сейчас она у тебя покрасила, вот эта шероховатая вся. Потом ее чик-чик-чик стригаешь на самый раз. Здорово. Нравится цвет? Да. У нас опять ураган небольшой. Только покрасил, и сейчас дождь пошел. Батя, холодно стало. Ну все, он как бы промчался достаточно быстро. Это у меня хороший мягкий комик, шестерой. На, я пойду помою. Во! Что это такое? Что сегодня готовить будем, кстати? Не знаю. А готовить мы сегодня будем сэндвич туна. Вот. Флексин ойл. Короче, тунец в масле. И горошек. Да, короче, я нашел, то и будем жрать. Это у нас, яичная лапша. Яичная лапша. И горошек. Ага, зеленый. Да, зеленый, все. Класс. И растворитель, да? Растворитель от Таташи дай. Так, ладно, я пойду помою. Полотно какое-то. Наша Махарли туда еду. Которой уже нету. А дождь прошел уже, все, быстро. А здесь как дождь идет? Минут 15 максимум, да? Ну, бывает, зарядит на целый день, но это редко бывает, с тайфуном. А так обычно сколько, минут? Да сейчас тайфуны есть. Сейчас тайфуны есть, да? Да. Ну да, он там далеко. Вот, ну бывает так. Солнце было, нормальная погода. Да, сейчас дождик, потом опять будет солнце, вот так. То есть не так, как вы думаете, что постоянно дождь идет. Здесь погода немножко другая. Это в Питере бывает, зарядит дождь на несколько недель. В Карелии так. Кто сказал дождя нет, а это что вот. Покрышка? А это... Дрожи, давай я за тебя дрожать буду. Бррр, холодно, бррр. Бррр, капает. Так, короче, смотрите, это наш маранг, который мы тогда сорвали. Наш маленький маранг. Пока батя спит, я попробую. Вот это вот не наш маранг, а вот это, а где покупной. А вот покупной упал, почему-то здесь он лежит. Я, кажется, знаю, почему он упал. Так, сейчас будем есть маранг с батей. Здоровый, да, какой? Да. Он стал течь, видишь? Я его снял, на пол положил. Вот, значит, ты это сделал, да? А я думал, Таша. Нет, Таша молодец у нас. Не тащит ничего со стола. Давай, пробуй. Ну как тебе, вкусный маранг? Ну? Сладенькие, некоторые с кислотой. Это все, что я ощущаю сейчас. Ну, он очень сладкий, на самом деле. Ни запаха, вкуса нету у меня. Я траву ем сладенькую. Ну, ничего, вкусно, вкусно. Мне нравится. Таша, тебе нравится? Ждет.
Да. Таша у нас тоже жрет вкусняшку. Так, а что уже мы будем трапезничать сегодня? Рис, вермишель с тунцом и все. Сацун. Сацун, ну. Иди руки мы. Объелся? Да, морду не надо помыть. Не, просто у меня тяжесть такая. В членах. Я имел в виду руки. Сейчас будешь спать? Возможно. Если дождь пойдет, лягу. Вань. Ну так тоже неплохо. Обычно сверху прокалывают. Ничего. Это я сегодня сачкую. А ты чё лежишь? Беги за Ваней давай. Или меня охраняешь? Все, перекопал немножко. На сегодня, наверное, все. Хватит копать. Еще завтра приду, вернусь, копать буду. Уже давным-давно не подходил сюда. Не смотрел, как у нас тут поживает лимон. Зарос вообще весь. Вот. Вообще его не видно. Вот он. Кстати, ну вроде листочки такие свеженькие, получше стали. Вот, а здесь у нас каламанси растет. Вот он. Так, что я сюда пошел? Я хотел посмотреть как-то наш африканский талисай. И калачучи. Калачучи вижу отсюда. Короче, вон он. Но он покрупнее стал. Надо будет почистить здесь траву. Он сейчас Сашка упадет туда. Все, испугалась. Да. А вон там африканский талисай, наверное, его не видно отсюда. А туда я идти не хочу, потому что чесаться буду. Да, Таша? Да, скоро мостик уже обретет свои формы. Ваня говорит, что даже можно будет ездить на мотоцикле. Что-то я как-то сомневаюсь, потому что, видите, уклон какой. Но я в цирке как бы это не работал. Хотя Мишку тоже на мотоцикле учат кататься. Ну вот, ребята, работает. Тот там дрова завалил, деревья. Здесь он, ребята, грузят. Жизнь идет своим чередом. А я поехал кормить свою Ташулю. И заодно поработаю. Вот, вроде как бы уже подсыхает. Значит, скоро я полезу в яму. Вот. Там он еще в углу водичка высохнет. Я не забил раствором, поэтому вода там стоит. Сейчас высохнет, можно будет работать. Ну, наверное, может завтра, не знаю, может послезавтра. Ох, погодка сегодня. Прям-таки шепчет. Иди работай, нифига сидеть. Вот что она мне шепчет. Я бы здесь покопался, но не буду. Позже. Попозже. Тут вот тоже хотел Бог что сделать. Вот. И
каждый раз я понимаю, что это Филиппины. Здесь никогда нельзя куда-то спешить. Сейчас я чуть ногу не порезал вот этой сраной леской. Она была вот тут закопана, я не знаю. Это не моя леска. Наверное, ребята, которые делали тут, оси натягивали. Натянул бы я их за такие оси. Я сегодня столкнулся с шайкой разъяренных пчел. Вот. Я полез туда наверх, чтобы там покрасить, да? И вы не думайте, они меня не кусали, они меня ели. То есть это какие-то плотоядные пчелы, они не жрут нектар, не пьют там какие-нибудь соки, сахар не едят, они едят меня. Ну, я вот бросил, убежал оттуда, потому что это вообще капец какой-то. Ну, надо было докрасить, поэтому я полез. У меня там краски немножко оставалось. Вот. Пойду сейчас внутри красить все-таки. Там они не грызут. Я думаю, что они думают, что это их улей, весь домик. Я, конечно, не против, если у меня тут будут висеть огромные соты, там, весом по 50 килограмм. Я им скажу, да ладно, ешьте меня, можно ваш медик попробовать? Вот той ложечкой, которой суп черпают. Да. Вот мне надо сегодня это все выкинуть на эти вот маленькие всякие брусочки. Вот. Почему серый цвет, как вы думаете, а? Я сам не знаю. Он мне нравится. Потому что он не серый, он с каким-то отливом таким. Фиолетовым, что ли, лиловым, непонятно. Ну, на первый раз-то оно плохо, конечно. Не очень. Но второй-то покрасивее. Здесь два раза прокрашено было. Но это еще не все. Я же легких путей-то не ищу. Мне же надо повыстебываться тут, повыеживаться, повыпендриваться. Какие там еще глаголы есть, которые определяют твое хвостовство. Можете их применять ко мне смело. А что, я ничего. Взял, притащил мой старый тапочек и спрятал его. Да, такая хитрая девчонка. Нравится мне это дело. Сил нет. Кофейку попью. Будешь охранять? А чё тапочку не грызем? А? Это экологичное? Правильно. Лучше это. Ну вот, покрасил внутри, пока краска была. Мешать больше не хочу. Потому что уже темно, и цвет будет поймать сложнее, чем в яркий день. То есть я это буду заниматься этим завтра. Ну а пока пойду докидаю остатки коричневой краски на стенку. Все равно надо делать, надо. Я вон 2 недели провалялся, дурака отвалял, хватит, пора работать. Вот сколько лет здесь находимся с вами? Постоянно, ну иногда, не постоянно, да, постоянно пользуемся мачете. Иногда приходится покупать новое, почему? Потому что оно спадает. Я до сих пор не могу понять, что мешает местным кузнецам сделать вот так. Да, вот ручку на заклепке посадить. Сделать. Они что, экономят металл, что ли? Все равно делают с этого с рессор. Ну, это что такое за закреп такой? Они что думают, эта деревяшка, в которую они горячую тут тыкают, будет там держать? Нифига подобного. Оно вылетает все. Деревяшка-то рассыхается, готова. О, нормальная вещь, да? Уже можешь быть уверен, что можно рубить спокойно, ничего тебе не будет. Ой. У Маечки такой красивый ножик купили. А он взял скотину и сломался. О, куда поволокла мою тапку? Тащи, тащи. Оно твое, я тебе отдал. Он еще ему Маечкину куртку порвал, а говнюшка. Все распоясалась. Да.
О! А будет на второй раз еще проходить. Ну и здесь тоже. Хотя я дурака валяю, потому что у меня еще чайник не вскипел. Ой, красиво. Вот теперь я начинаю чувствовать красоту. А то у меня все было хреновенько, поэтому казалось, что кругом все хреновенько. А сейчас вроде ничего. Как человек зависит от собственного здоровья, да? Восприятие окружающего мира. Что-то соседи не снимают пока кукурузу. Не знаю, почему вон торчат эти початки. Ну, чего они ее не снимают, не знаю. Я бы снял, помог. Ну, увы, я не так воспитан. Вернее, я воспитан нормально. Мы в детстве-то тоже горох с колхозного поля тырили-то это вот. Один раз объездчик мне это угостил плеткой. Ох, весело было бежать до дому и орать бы. Но папке ничего не сказал. Сам виноват. Здесь вроде тоже как бы осень, да? Ну, она осень календарная. Ну и тучки, конечно, прям осенние. Ну так, погода хорошая, грибы собирать. Много грибов я собирал, сушил их. Знаете, как было приятно видеть глаза человека, когда ты ему даешь 3-литровую банку сушеных грибов. Да, было такое дело. Не раз. Но это не важно. Главное, что здесь тоже грибы есть. Опенки. Вот такие. А посмотреть, так вроде как кто-то морковку обрезал, правда? А вон еще. Не знаю, съедобное или нет. Вот там беленькие есть. Опять там вместе с оранжевым. Вот они. Но на Филиппинах я не грибник. Если я в Карелии знал доподлинно все грибы, какие можно есть, какие нельзя есть, немножко Ленинградской области. Вот один раз колпаков столько набрал. Ужас. Ужас какой-то. И я их сушеные размалывал, заливал горячей водой, ну, в общем, заваривал. Так-то ничего. Единственное, что у них запах был, как будто это были портянки. Ну что, зато сытно. Ой, мои папаечки растут с малунгайчиком. Малунгай. Хреноватенько ему здесь. Ох, посадить бы тебя, милый, в компост. Да и вас тоже. Ну ладно, поехал я домой. Вот. Пора уже, пора. Труба зовет. Сегодня будем свинью жрать. Ой, кушать. Ой, трапезничать. Ой, есть. Во. Да я прикалываюсь. Не сердитесь. Ташуня там охраняет, а я пошел. Это мой кашказавр на меня обиделся. Поцарапал мой новый мотоцикл специально своими когтями. О, видите? Сапсиху что делает, паразит. Ух, катазавр. Вот он. Вредитель моего мотоцикла. Кошмарный. Где ребята? Ребят нету, куда-то уехали. Касок нету. А, кашкадрил. Ну что, скажи что-нибудь. Свое оправдание. Чего ногти не подстригаешь? Я должен тебе подстригать все время. Типа я не слышу, да? Паразитик маленький. Пришел прощения просить. Видите, сидит у меня на коленях. Что, кашказавр? Ладно, я не сижусь на тебя. Ты говнюк, но свой говнюк. Да? Бандюга. Ну, кашкадрил.